Друг и соратник Игоря Гиркина Евгений Скрипник, который вместе с Гиркиным в 2014 году принимал участие в захвате Славянска, заявил, что варварская мобилизация жителей Донбасса в 2022 была нужна России для того, чтобы спасти свою собственную армию от разгрома. По его словам, только благодаря неподготовленным донецким и луганским мобикам, которых Россия использовала в качестве пушечного мяса и живого щита, армия Шойгу смогла удержать фронт и не рухнуть под натиском ВСУ. Кроме того, Скрипник в очередной раз признал, что война на востоке Украины в 2014 году была подготовлена и развязана офицером ФСБ Игорем Гиркиным, и если бы не это вмешательство из Москвы, то никакой войны на Донбассе не было бы вообще.